Всем привет, вы на канале Интернет и Деньги. У нас сегодня Новый год уже, 1 января. Я вас поздравляю с этим Новым годом. Желаю вам в этом году успехов, удачи, счастья и хороших заработков в интернете. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к самой тематике видео. Я решил начать Новый год из вот такого ролика о выводе средств из экономических игр. Суммы у меня там, конечно, небольшие, но для того, чтобы показать вам, что эти игры успешно выплачивают средства, для этого денежек хватит. Ну что ж, давайте сначала перейдем на мой Payeer кошелек. Вот у меня 585 рублей, давайте перейдем в историю. Вот у меня последняя транзакция 29 декабря была. Теперь давайте перейдем к играм. Первая игра называется Chicken's Farm. Интересная игра, вы тут покупаете куриц. Дальше они вам будут приносить серебро, которое вы будете обменивать на реальные деньги и отсюда выводить. Скажу сразу, предупреждаю, что в этой игре есть баллы. Поэтому, если вы не умеете приглашать рефералов, то лучше в эту игру не заходить. Вот. Но игра все-таки платит, поэтому я решил ее в этот ролик впихнуть. Ну что ж, давайте для начала я соберу свою прибыль. Вот тут жмакаю на склад яиц. Жмакаю собрать все. Дальше иду в рынок. И жмакаю продать все. Теперь идем заказать выплату. У меня есть чуть больше 20 баллов, то есть я могу вывести 20 рублей. Давайте я вот тут введу сумму. Так, вводим 2057. Так, и нажимаю заказать выплату. Так, как видим, написано выплачено. И вот тут вот 2057, 1 января 2018 года выплачено. Что ж, ребят, это моя первая транзакция в этом году. Первый вывод денег. Давайте я сейчас после каждой игры на кошелек заходить не буду, а после вывода из всех зайду в кошелек и посмотрим, пришли ли мне все выплаты. Так, вот у нас есть интересная игра Fruit Money от создателей игры Motor Money. Тоже очень интересная игра, ребят. Тут все просто, вы покупаете деревья, они приносят вам плоды, вы их собираете, продаете и выводите свою прибыль. Также можете зарабатывать здесь на серфинге сайтов. Давайте соберем мою прибыль. Вот заходим сюда в мой сад. Вот мой сад. Нажимаю собрать весь урожай. Дальше иду в системный рынок. И нажимаю продать плоды здесь. И вот у меня есть еще груша. Нажимаю также здесь продать плоды. Все, как видим, у меня есть 22 рубля на вывод. Давайте их выведем. Нажимаем вот здесь заказать выплату. Тут, как видим, очень много разных платежек, на которых можно вывести. Я, конечно же, буду выводить на Payeer. Нажимаю заказать выплату. Так, сумма у меня 20 рублей и 22 копейки. Так, с учетом комиссии я получу 23 копейки. Ну, теперь нажимаю заказать выплату. Отлично, выплата произведена. Дальше обновляем страничку, смотрим. Так, как видим, у меня на балансе уже 0. Дальше, ребят, у нас идет игра Отряд самоубийц. Тоже очень интересная игра от админа Артур Профит, я думаю, что вы все его знаете. Тут все просто, вы нанимаете персонажей, которые были в фильме «Отряд самоубийц». Они вам будут приносить добычу, которую вы собираете, и потом можете выводить отсюда денежку. Вот так все это дело выглядит. Идете вот сюда, добыча, и нажимаете вот здесь «Получить награду». Дальше собирается прибыль, и ее можно выводить на кошелек. Кстати, в этой игре есть небольшая заглушка на вывод, чтобы вы могли выводить отсюда средства, надо пополнить баланс на 50 рублей. Тогда у вас откроются выплаты. Ну или вы можете пригласить рефералов, которые тоже пополнят баланс на 50 рублей. Так, вот все, прибыль я собрал, у меня на выплату всего здесь 3 рубля, но ничего, давайте закажем выплату. Так,
Выплата, выплата. Идем вот сюда. Извиняюсь, эта игра у меня немножко долго, каждая страничка открывается, не знаю почему, но вот у меня почему-то именно так. Что ж, давайте пока эта игра вот загружается, вся выплата. Так, ага, уже. Значит, давайте пойдем. Так, сумма на выплату монет. Вводим 300. Дальше вводим платежный пароль. Так, давайте я сейчас поставлю на паузу, потому что я пароль платежный забыл. Надо поискать. Так, ребят, я нашел платежный пароль. Давайте я его введу. И нажимаю «Заказать выплату». Так, сейчас посмотрим, что у нас там дальше. Немного долго загружается. Так, вот все загрузилось. Вот как видим, 3 рубля 1 января 2018 года выплачено. Тоже переходим к следующей игре. Называется она Developer. Тоже интересная игра. Здесь вы покупаете офисы, нанимаете работников, которые вам приносят прибыль. Вот так все это дело выглядит. Это офисы, это работники. У меня по одному работнику в одном офисе, в рублевом и в долларовом. Вот это все как раз вы получаете здесь за регистрацию подарок. Один рублевый офис и SEO-специалист. И также долларовый офис и тоже SEO-специалист, который будет приносить вам прибыль в долларах. Так, я уже отсюда выводил. Тоже не один раз. Сейчас у меня на балансе 8 рублей 18 копеек. Давайте закажем выплату. Так, вывести средства вот здесь нажимаем. Так, рекламка выскочила. Так, здесь вот выбираем, куда хотим выводить. Есть FreeCassa, Payeer, Perfect Money, Kiwi и Яндекс.Деньги. Я ввожу на Payeer. Так, 8 рублей и 18 копеек. Нажимаю вывести. Вот сразу, смотрите, написано выплата инстантом. И вот 8.18, 1 января написано, что выплачено. Кстати, в рублях здесь выплата инстантом, а в долларах денежки приходят через пару часов. По крайней мере, приходили мне через пару часов. Так, и последняя на сегодня игра. Тоже мне эта игра очень нравится. Называется она BitMine. Здесь вы покупаете майнеры, которые вам будут приносить прибыль. Дальше прибыль собираете и зарабатываете на этом денежки. Но есть еще один способ. Вот тут есть криптошахтеры. Вы покупаете этих криптошахтеров. Дальше идете вот сюда, отправляете их в шахты. И после того, как шахтеры проходят шахту, вы получаете прибыль. Сколько прибыли и за какую шахту вы будете зарабатывать, здесь все можете почитать, здесь все написано. Ну что ж, теперь давайте соберем прибыль, идем вот сюда в облако, нажимаю собрать все, дальше иду в биржа и нажимаю продать все. Все, как видим, баланс у меня увеличился, у меня здесь 84 рубля на вывод есть. Давайте их выведем. Вот тут жмакаем, где ваш логин. Так, ага, я немножко забыл. Чтобы вывести, жмакаем просто вот сюда на баланс. Тут вводим сумму 84.75. Дальше здесь надо нам ввести капчу. Так, автомобили. Все, ввели капчу и нажимаю заказать выплату. Выплата успешно произведена. Добавьте скриншот в отзыве. Так, смотрим. 84.75. 1 января 2018 года выплачено. Ну что ж, как видим, со всех игр денежку я вывел. Теперь давайте перейдем на Payeer кошелек и посмотрим на выплаты. Обновляем страничку. И вот, как видим, наши выплаты. То ж, первая игра, с которой мы выводили, была Chicken Farms. Выводили мы отсюда 20 рублей. Вот, 1 января 2018 года плюс 20.37. Смотрим откуда.
выплата пользователю 429 из проекта Chicken's Farm. Так, первая игра, как видим, платит. Дальше мы выводили из Fruit Money тоже 20 рублей. Смотрим, 1 января 2018 года. 20 рублей 2 копейки. Смотрим, от кого. Выплата пользователю интернет-деньги с проекта Fruit Money. Вторая игра, как видим, тоже платит. Платит. И смешно сказал. Платит. Так, дальше мы выводили денежку 3 рубля из отряда самоубийц. Смотрим, 2,97. Пайер скушал комиссию, как всегда. Смотрим, от кого. Вот 1 января 2018 года. 2,97 выплата для интернета ДС проекта «Отряд самоубийц». Как видим, третья игра тоже платит. Дальше из девелопера мы выводили 8 рублей. Смотрим, плюс 8,10 1 января 2018 года. Вот выплата пользователю интернета ДС сайта developergame.com. Как видим, четвертая игра тоже платит. Ну и видно, что транзакция есть у нас из Bitmine. Вот 83.95, 1 января 2018 года. Смотрим, откуда выплата пользователю интернет ID от Bitmine. Как видим, ребят, все игры на данный момент платят. Поэтому ссылочки на них я оставляю в описании. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Помните, что в этой игре Chicken Ferns есть баллы, поэтому если вы заходите сюда, если только умеете приглашать. Если приглашать не умеете, то лучше сюда не заходите, потому что денежку вы отсюда потом вывести не сможете. Из остальных игр вот тут никаких баллов, никаких заглушек на выплаты нет в Fruit Money, так что сюда можете заходить смело. К тому же на серфинге можете заработать больше и купить себе деревья. Вот в отряде самоубийц есть заглушка в размере 50 рублей. Но это не так уж много, я думаю, может позволить себе каждый, чтобы открыть выплату. Дальше, вот тут никаких заглушек тоже нет в девелопере, никаких баллов. И вот здесь тоже нет баллов в Bitmine, ничего. Единственное, что когда я первый раз выводил денежку, то была заглушка в размере 5 рублей. Вот такие вот дела. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех с новым 2018 годом. Желаю вам в этом году еще раз успехов и всего наилучшего. Ну а вы были на канале Интернет и Деньги. Всем спасибо за просмотр. Все ссылочки в описании. И до новых встреч.